Бао. Всем привет, топчики! С вами Тимон Про. Сегодня это будет вторая часть проекта Room 817 в Майнкрафте. Это финальная часть, я уже достроил полностью всю карту. Ну что же, давайте же начинать. Ну, начнем же с вот этой двери, которая нас встречает впереди нас, так сказать, находится. Ну, я не сделал еще того полного подземелья, потому что, ну, у меня не получится чисто логически в плоском мире это сделать. Ну, пока что только можно смотреть на этот лифт. Ладно. Мы будем идти дальше. Я вам тут все покажу, а вы наслаждайтесь. Да, тут есть уже комната, но я сначала туда не войду, только потом. Ну вот, комнатка такая еще есть. С трупом. Я вам это уже показывал, еще раз покажу. Вот, вот это вот. Вот комнатка такая вот новенькая. Тут темновато, конечно. Это не порядок. Надо тут сделать как-никак освещение какое-то хоть. Полный коридорчик такой, который вот сюда ведет. Так, вот еще комнатка с этими клетками, которые вниз ведут. Ну, самое подземелье. Это если что, трупы на стеллажах. Ну и вот еще такая вот большая комнатка без пола, которая тут можно только через доски проходить. Тут еще какая-то голова скелета. Еще вот комнатка. Вот такая вот еще. И вот, которую я вам уже показывал. Ну, вроде ж показывал я вам эту комнатку. Хотя вряд ли, я вам ее не показывал, но снэк-клик был. Идем сюда. И вот. Полоса, которая видео показывает нам, куда идти, как, ну, куда нужно идти. Ну, в ту область, где тут шипы есть. Нужно идти в тех местах, как вот этой полоски. Если за границу этой полоски пойти, то все хана. Нет, так ничего не будет. Это просто так сделано для вида, что тут шипы реально есть. Комната с вот этим кабелем. Еще вентиляция. Делая с поворотным механизмом. И вот кухонька у нас такая вот. Пойдем. Еще одна большая такая комнатка без пола и клетка. Это часы, если что.
И вот откуда мы выходим. Так, идем дальше. Сюда. И вот это, так сказать, похоже на церковь. Ну, немного есть похожее что-то, конечно. Перевернутая скамейка. И большое одеяло, через которое вылазит эта вот рука. По крайней мере, я так смог сделать. Это большая лавка. Ну и вот откуда вы, куда это ведет. Выход сюда. Тут коровяка, как всегда, тоже. Ну и коридорчик с колокольчиком, который мы можем включить, чтобы... Если положить, конечно, на эту руку тарелку с гнилым мясом, то он заберет это мясо взамен на ключ. Ну, вот так. Я сейчас еще вам кое-что покажу. Секретная комнатка, это... хотя ладно. Сейчас мы узнаем, куда это ведет. Если бы были в Майнкрафте фонарики, которые реально подсвечиваются в темноте, то я бы не добавлял сюда никакой свет. Так придется, что же. Ну, в принципе, я уже вам показал все изменения, которые есть на этой карте. Ну, на моей. Вот покажу ее в полный размерчик. Как в оригинале, можете сравнить, открыв карту. Ну вот она, в принципе. Все, что я изменил, оно теперь тут. Вот так. Надеюсь, вы оцените это видео хорошим активом. Так как, как-никак, я старался над картой. В итоге у меня вышло 12 дней разработки. А начал я 16 июня. Где-то тогда, короче. Ладно. Пока что буду заканчивать. Следующий проект будет Angry King. И дальше потом какие-то будут. Ладно, пока что буду заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.